Подмосковная детвора встретила Старый Новый год в компании Деда Мороза, Снегурочки и артистов студии «Непоседы». Праздничное представление для ребят из семей мобилизованных и переселенцев состоялось по инициативе и при поддержке депутата Госдумы Сергея Колунова. Веселый утренник в Красногорском ДК Подмосковья собрал не только местных мальчишек и девчонок, но и ребятню из Волоколамска, Клина и других муниципалитетов 120-го округа. Сегодня у нас будет детей около 1000 человек, может быть, даже больше. Вообще мы запрашивали списки, да, сколько таких деток проживает на нашей территории. Их оказалось больше 1200 человек. В Красногорске решили проводить, потому что здесь самый большой зал. Он вмещает практически всех детей, да, которые подлежат данной категории. Кроме интерактива с фокусниками и аниматорами, ребят ждал еще один сюрприз. Увлекательное приключение с участием артистов и новогоднего волшебника или музыкальный спектакль «Семь желаний Деда Мороза». Праздничное настроение, созданное сказочной постановкой, приятно дополнили сладкие подарки.